В Иванове введен карантин. По распоряжению главного санитарного врача Ивановской области с 14 декабря во всех школах города и учреждениях дополнительного образования отменили занятия. Заболеваемость в областном центре по всем возрастам превысила эпидемический порог почти на 70%, а среди школьников 7-14 лет на 123,5%. Ограничения наложены также и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. В дошкольных учреждениях, чтобы предупредить распространение эпидемии, ежедневно с утра детям будут мерить температуру. Карантин будет действовать до особого распоряжения главного санитарного врача и, по словам специалистов, не повлияет на учебный процесс. Каникулы не могут быть отменены в образовательном учреждении. Каникулы сохранятся, потому что утверждены календарные учебные графики, но здесь уже будут смотреть каждое образовательное учреждение, оно самостоятельно. И они не согласовывают, по большому счету, даже с управлением образования утверждение календарного учебного графика. Хотя он сегодняшний день утвержден. И сокращений каникул не должно быть.